Молодая гвардия «Единой России» провела областной турнир по волейболу среди женских команд, посвященный празднованию 8 марта. Школа номер 17 микрорайона Богородский, активисты из Латышино, Щелково, Одинцово, Фрязино и других муниципалитетов приехали попробовать свои силы и побороться за первое место. У нас есть целое направление спортивное, называется «Гвардейская машина». И вот сегодня здесь как бы мы определим в Щелково лучшую волейбольную команду из молодых гвардей ЕК Московской области. Поэтому здесь сегодня девчонки, активистки Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Они сегодня здесь покажут, на что они способны не только в добрых делах, но и в спорте. В турнире встретились 8 команд. Девушки демонстрировали яркую, динамичную, захватывающую игру. Болельщики с интересом наблюдали за играми и активно поддерживали свои команды. Игра мне очень нравится. Такие эмоции. Очень переживаю за нашу команду. В нашей команде многие занимаются профессионально, а кто-то любительски. Но все стараются, играют и улучшают свои навыки в игре. По итогам турнира первое место заняла команда из Латышино, второе место из Одинцова, третье место у Чехова. Молодая гвардия постоянно проводит различные спортивные соревнования и собирает всех желающих поиграть в удовольствие. Мы проводим турнир не только по волейболу и по другим видам спорта, и футбол, и баскетбол, и киберспорт. Поэтому год только начинается, мы готовы творить и делать дальше. Евгения Корытько, Валерия Жиглей, Щелковское телевидение.